Глубоко уважаемые коллеги, проблема диагностики новой коронавирусной инфекции остается актуальной. Мы столкнулись сейчас со второй волной новой коронавирусной инфекции, и к этому моменту мы уже изучили все основные ее лучевые и клинические признаки. Но очень сложный остается вопрос коморбидности, и в том числе лучевых признаков коморбидности, который мы можем встретить при новой коронавирусной инфекции, потому что фактически, проведя такое огромное количество компьютерно-томографических исследований, мы провели субтотальный скрининг состояния органов дыхания, населения нашего города, родины, страны и так далее. Как и все остальные, мы прошли несколько этапов в оценке новой коронавирусной инфекции. Сначала это был обзор литературных данных, потом собственные небольшие наблюдения, большой опыт. И на сегодняшний момент мы располагаем большим опытом, потому что на базе одной из клиник нашего университета был создан госпиталь по лечению новой коронавирусной инфекции. Мы уже начали анализировать произошедшее и даже, в общем, начали анализировать оценку достаточно отдаленных последствий перенесенного заболевания. Нами были проанализированы данные 400 пациентов первой волны. Есть разница между пациентами первой и второй волны новой коронавирусной инфекции. Но это требует дальнейшего осмысления. Вот первые 400 больных, которые были обследованы, выявили около 15% разных коморбидных состояний. Мы с вами сегодня будем говорить только о тех коморбидных состояниях, которые встретились в легочной ткани, и поговорим предметно о прогрессирующих легочных фиброзах, саркоидозе органов дыхания, инфекционных процессах, тромбоэмболии и диссеминированных процессах с повышением воздушности легочной ткани, хронической обструктивной болезни легких, облитерирующем бронхиолите и кистозных поражениях. Ну, здесь приведены статистические данные, с какими цифрами мы столкнулись. И вы видите, что в основном, конечно, это были онкологические процессы. На втором месте стоит хроническая обструктивная болезнь легких и отдельные вот такие наблюдения других процессов. С чем это было связано? Наверное, в первую волну при классификации сложно было отдифференцировать симптомы новой коронавирусной инфекции, которую мы до конца еще не изучили, с теми симптомами, которые для нее не характерны. Хотя нехарактерные симптомы были описаны буквально вот в первые месяцы пандемии новой коронавирусной инфекции, сразу же стало понятно, что узловые новообразования в легких, полости, кисты, булы, проявление эмфиземы, знаменитая компьютерно-томографическая картина дерева в почках, сегментарные лобарные инфильтраты, внутригрудная лимфаденопатия, а также плевральные и перикардиальные выпады совершенно не характерны для течения непосредственно самой коронавирусной инфекции и требуют исключения другого состояния, то есть коморбидности. Давайте попробуем посмотреть, как взаимоменяли друг друга лучевые признаки коморбидного состояния, с которым пациент пришел в новый коронавирусный госпиталь, и непосредственно коронавирусные инфекции. Если мы будем говорить о диссеминации при саркоидозе, то тут нам сразу же бросались в глаза нетипичные лучевые признаки для коронавирусного поражения – это наличие внутригрудной лимфоаденопатии, это перилимфатическая диссеминация в легочной ткани. Однако нужно сказать, что перилимфатическая диссеминация могла быть скрыта проявлениями интерстициального поражения, характерного для ковида. И кроме того, мы очень часто наблюдали обострение течения саркоидоза, самого саркоидоза на фоне новой коронавирусной инфекции. Ну, вы видите, что всего 4 пациента были выявлены в первую волну, да, то есть 1%. Но за время наблюдения наших больных мы смогли проанализировать данные 32 пациентов.
Ну, такое очень типичное наблюдение. Молодая женщина, в феврале 2020 года роды. Заболела она через 3 месяца, в мае 2020 года, с типичными проявлениями, повышением температуры тела и положительным мазком на новую коронавирусную инфекцию. Было назначено лечение, поскольку это первая волна, то это азитромицин, и больной порекомендовали прекратить вскармливание младенца молоком. Что мы с вами видим 6 июня, это 10-й день заболевания, мы с вами в мягкотканном электронном окне видим лактирующую грудь с очень выраженным компонентом молочной нормальной железистой ткани. Мы с вами видим лимфоаденопатию. Эта лимфоаденопатия типична для саркоидоза. Это увеличение лимфатических узлов перитрахеобронхиальных параортальных групп, которые имеют однородную структуру, четкие ровные контуры, отсутствие изменений в клетчаточных пространствах. Мы видим, что состояние сложное, потому что пациентка уже перенесла биопсию легочной ткани. В верхней доле правого легкого, в типичном месте, мы с вами видим металлические клипсы на фоне проведения этого оперативного вмешательства. Давайте посмотрим, как это выглядит в легочном электронном окне. Мы видим тотальную интерстициальную диссеминацию сверху донизу. Мы видим матовое стекло, которое перекрывает перилимфатические множественные очаги, тем не менее они все равно хорошо нам видны, где в местах расположения междолевой плевры, вдоль рубцов, это тоже очень типично для обострения саркоидоза, вдоль сосудов и бронхов. То есть типичная перилимфатическая мелкоочаговая диссеминация. Понятно, что разобраться с этой ситуацией в условиях инфекционного госпиталя крайне сложно, но тут нам помогает рентгенологический архив, который врач-рентгенолог может запросить у такого пациента. И мы видим, что в ноябре 2018 года до беременности это была абсолютно здоровая молодая женщина, мы видим состояние после проведения оперативного вмешательства. Если приглядимся, то увидим фиброзные мелкие перилимфатически расположенные очаги по междолевой плевре. А теперь посмотрите, какая она была в дебюте заболевания. Эта пациентка уже была склонна к формированию саркоидного альвеолита, то есть острой саркоидной реакции, острого саркоидного процесса. И здесь мы видим более четкое перилимфатическое расположение, потому что мы можем проследить расположение очагов в стенке вторичной легочной дольки, мы можем проследить более четкое расположение очагов вдоль сосудов и вдоль крупных бронхов. Похожая картина, перекрестное обострение саркоидоза органов дыхания и присоединение инфильтрации интерстициального типа, характерного для новой коронавирусной инфекции. Вообще для всех диссеминаций был очень важен анализ рентгенологического архива. Особенно это было важно тогда, когда диссеминация имела черты, схожие с новой коронавирусной инфекцией. Я говорю о легочных прогрессирующих фиброзах, такой модной теме. Есть версия, что как раз вирусное поражение запускает эти процессы в легочной ткани. Не у всех, естественно, а у тех, кто к этому склонен, кто имеет генетические предпосылки, профессиональную вредность, неблагоприятные какие-то условия. Здесь также очень важен лучевой архив. Мы можем попытаться увидеть признаки уменьшения объема легочной ткани в виде сотового легкого, в виде тракционных бронхоэктазов. Однако обострение, которое происходит при прогрессирующих легочных фиброзах на фоне COVID-19, которое, кстати, не отличается от идиопатического обострения, практически полностью перекрывает почти у всех пациентов вот этот фиброзный компонент. И нужно сказать, что после перенесенного заболевания практически у всех пациентов, это было 16 больных, мы наблюдали прогрессирование
основного заболевания, то есть прогрессирования легочного фиброза. Ну вот вы видите, что при анализе достаточно большого пула больных таких пациентов выявлено не было. Это не значит, что их не было. Это как раз подтверждает то, что признаки коронавирусной инфекции перекрывали фиброзный процесс. Что клинически у таких пациентов обращало на себя внимание? Обращала на себя внимание несоответствие клинической симптоматики с распространенностью новой коронавирусной инфекции, которая определялась в соответствии с последними методическими рекомендациями и, соответственно, с теми методическими рекомендациями, которые существовали на тот момент и которые в отношении оценки распространенности практически не поменялись. Мужчина 60-го года рождения. Повышение температуры тела, ухудшение состояния в виде усиления одышки. Обратите внимание, возникновение одышки при минимальной физической нагрузке. Низкая сатурация 90-91% от должного. И повышение острофазных показателей. Момент болезни. Шестой месяц 2020 года мы видим, что имеются безусловные признаки новой коронавирусной инфекции. Вирус идентифицирован. Мы видим, что есть участки интерстициальной инфильтрации, которые локализуются как в ядерных, так и в субплевральных отделах. И мы видим, что распространенность этого процесса небольшая. КТ – первая степень распространенности. Чем же обусловлено такое тяжелое состояние пациента и выраженная гипоксия? Для этого мы должны проанализировать рентгенологический архив этого больного. И в дебюте заболевания, вернее, в момент первичного появления его пульмонолога, мы видим вот такие очень нежные интерстициальные изменения с ретикуляцией в расположенные в верхне-передних и нижне-задних отделах. Это знаменитый симптом пропеллера, который хорошо виден на сагитальной реформации изображения. Пульмонолог слышит крепитацию, пульмонолог видит функциональные показатели. Пациент на тот момент отмечает одышку при выраженной физической нагрузке. И диагноз фиброзирующего процесса в легких ему ставится в 2019 году. Обострение процесса на фоне коронавирусной инфекции нового типа. И через 3 месяца, достаточно большой промежуток, мы с вами видим, что сохраняются выраженные изменения, происходит нарастание фиброзных изменений. Там, где мы видели изначально нежную ретикуляцию, формируется сотовая легкая с мелким диаметром сот. Нарастают признаки уменьшения объема в виде тракционных бронхоэктазов, и наиболее отчетливо степень уменьшения объема легочной ткани видна как раз на сагитальной реформации изображения. Мы видим, как высоко расположена диафрагма по сравнению с первичным исследованием. А как функционально ведет себя этот пациент? Мы можем оценить его только выполнив диффузионную способность легких. Изначально у этого больного диффузионная способность составляет 60% от должного. Он ухудшается. Далее ему назначается глюкокортикостероидная терапия. И после перенесенной новой коронавирусной инфекции он незначительно вроде бы снижает свои функциональные показатели от изначального уровня, однако при этом клинически он начинает чувствовать себя хуже. У него одышка уже при незначительной физической нагрузке, если раньше он считал себя практически здоровым человеком, то теперь это уже человек больной, который нуждается в назначении более серьезной терапии. Тромбоэмболия легочной артерии сопровождала новую коронавирусную инфекцию, присоединяясь к ней постфактум. Мы с вами помним, что вообще в основе новой коронавирусной инфекции лежит поражение сосудов, это и поражение сосудистой стенки, это и поражение содержимого мелких сосудов в виде симптомов гиперкоагуляции, тромбирования, возникновения геморрагии. Кроме поражений мелких сосудов, при COVID-19 достаточно часто наблюдалось и поражение крупных сосудов в виде вторичной тромбоэмболии.
При этом мы видели симптомы, не характерные для основного заболевания. Мы видели симптомы инфарктов легкого. Это был участок, по сути, организующейся пневмонии, который встречался и при непосредственно ковид-поражении легочной ткани. Чем же он отличался? Он имел более высокую плотность, он имел округлые формы, особенно это было характерно для дольковых инфарктов, и он не накапливал контрастное вещество при проведении болюсного контрастирования. К нему шел расширенный тромбированный сосуд, и это сопровождалось появлением незначительного количества жидкости, как в полости перикарда, так и в плевральных полостях. Эти симптомы должны насторожить и рентгенолога, и лечащего врача о возможном наличии вторичной тромбоэмболии легочной артерии. Видите, что не так часто она выявлялась при первой волне, но в последующем выяснилось, что это достаточно частый коморбидный процесс при COVID-19. Мужчина 72 года рождения, интенсифицированный вирус, высокая температура тела, быстрое нарастание D-димера. Обратите внимание, нет одышки, но при этом достаточно уровень, низкий уровень сатурации, 90% от должного. Такой низкий уровень сатурации, протекающий скрытно, не дающий выраженной клинической симптоматики, одышки, он вообще характерен для новой коронавирусной инфекции и затрудняет клиническую диагностику этого процесса, заставляя зачастую пропустить вот тот момент ухудшения, которого так боятся и клиницисты на отделении, и реаниматологи. 11-й день болезни. Типичный момент достаточно позднего поступления. Мы с вами знаем, что пациенты с новой коронавирусной инфекцией достаточно поздно госпитализировались, потому что в отличие, например, от гриппозной пневмонии, где процесс развивался стремительно, здесь процесс развивается волнообразно и медленно. Имеется достаточно благоприятный примерно недельный период относительно хорошего самочувствия, потом нарастание изменений. Мы с вами знаем, что примерно к 14-му дню развивается цитокиновый шторм. 11-й день болезни. Мы с вами видим типичные признаки новой коронавирусной инфекции в виде картины матового стекла, ретикуляции, начало консолидации, уплотнение дисковидных ателектазов. Именно при новой коронавирусной инфекции был описан этот симптом инфильтрации дисковидного ателектаза. А вот что не характерно? Мы с вами видим типичную картину долькового инфаркта. Вроде бы треугольной формы, но с округлыми контурами, высокой плотности, и к нему подходит очень плотный тромбированный сосуд. Что также не характерно, множественные дисковидные ателектазы в нижних отделах, чем обусловлены небольшим количеством жидкости в плевральных полостях, тоже совершенно нетипичны для поражения грудной клетки при COVID-19. Проводится компьютерно-томографическая ангиография. Мы с вами видим, что на 17-й день заболевания регрессируют признаки новой коронавирусной инфекции. Однако остаются признаки, которые типичны для тромбоэмболии легочной артерии, они регрессируют позже. Мы с вами видим множественные свежие внутрипросветные дефекты, контрастирования, которые характерны для острой, свежей тромбоэмболии легочной артерии. Инфекционные процессы. Ну вот сейчас много говорят об инфекционных процессах присоединения внутрибольничной флоры. Не очень это было характерно, в отличие от гриппозных пневмоний, слава богу. Ну и вот не очень большой процент присоединения мы видели в стационаре. В основном это, конечно, реанимационные тяжелые больные. Но мне хотелось бы поговорить не о септических состояниях, а о сочетании разных инфекций. Мы наблюдали такое сочетание у пациентов с иммунодефицитами, у пациентов изначально с хроническими инфекционными процессами, такими как туберкулез, микобактериоз и хронические бронхиты с периодическим обострением по типу бронхиолита.
При этом, естественно, мы видели разные симптомы, как характерные, так и не характерные для новой коронавирусной инфекции. Женщина 60-го года рождения, неподтвержденный COVID-19, эксудативный бронхиолит, хронический необструктивный бронхит, обострение, дыхательная недостаточность, низкая сатурация. Пациентка заболевает после контакта с родственниками, которые заболели новой коронавирусной инфекцией. Она лечится в стационаре ввиду низкой сатурации и одышки, кашля с гнойной мокротой. Кашель с гнойной мокротой совершенно не характерен для новой коронавирусной инфекции. Для нее характерно сухое покашливание, которое усиливается в положении лежа. Что мы тут видим на первичном исследовании? Опять же, поздно выполненное первичное исследование, 15-й день, это первый день госпитализации. Мы видим симптомы, характерные как для новой коронавирусной инфекции в виде участков инфильтрации интерстициального альвеолярного характера, как в ядерных, так и в субплевральных отделах, отдельные очишки, так и проявления, типичные для эксудативного бронхиолита, уплотнение стенок бронхов, заполнение мелких генераций бронхов мокротой. Именно вот это и дает картину кашля, кашля с трудноотходимой мокротой, кашля с гнойной мокротой. На фоне терапии антибактериальной мы видим, что и азатиопринум частично регрессирует проявление новой коронавирусной инфекции, но при этом происходит диссеминация проявлений бронхиолита. Мы видим, что в нижней доле правого легкого появляется картина такая же, как и в нижней доле левого легкого. И на 23-й день болезни мы видим остаточные явления двухстороннего эксудативного инфекционного неспецифического бронхиолита, который пациентка страдает с периодическими обострениями. Особенно сложно было разобраться вот в сочетании инфекции у пациентов с иммунодефицитом. Это были пациенты гематологического профиля, это были пациенты с онкологического профиля с такими тяжелыми курсами химиотерапии, ну и это были пациенты с длительно текущими изначально своими родными хроническими воспалительными процессами. Женщина 48-го года рождения с идентифицированной новой коронавирусной инфекцией. Мы знаем, что в 95-м году прошлого века у нее была проведена операция, типичная резекция верхней доли левого легкого по поводу туберкулеза. Мы не знаем, что это было, потому что выписки не сохранились. Туберкулема, не туберкулезный микобактериоз. Но мы видим, что у нее на момент обследование, низкая сатурация составляет 91% от должного. Тут нам, так же, как и при любых других диссеминациях, очень помогает рентгенологический архив, особенно хорошо, если мы имеем дело, если мы можем посмотреть компьютерно-томографический архив и сравнить те данные, которые мы имеем, с тем, что было. Итак, 2015 год. Мы видим, что на тот момент она уже была нездорова. Мы видим отдельные очаги, видим фиброзные изменения с расширением просвета бронхов, видим бронхогенную диссеминацию в пятом сегменте нижней доли, в пятом сегменте язычковых сегментов левого легкого. Что мы видим в момент коронавирусной инфекции в октябре 2020 года? Типичные проявления в виде участков матового стекла, опять же, очень небольшой процент распространенности этих изменений. КТ – первая степень распространенности, которая никаким образом не может обуславливать ту дыхательную недостаточность, которую она демонстрирует в виде резкого снижения сатурации до 91% от должного. Это, конечно, совокупность того процесса, который у нее был до этого, и новой коронавирусной инфекции. Мы видим, что у нее сохраняются бронхоэктазы. Эти бронхоэктазы локализуются в типичных местах. Это пятые сегменты с обеих сторон.
Это второй сегмент верхней доли левого, правого легкого. И у нее сохраняются единичные стойкие бронхогенные очаги, то есть проявление продуктивного бронхиолита, характерного для нетуберкулезного микобактериоза. Мы знаем, что из вот таких продуктивных бронхиолитов, только нетуберкулезный микобактериоз ведет себя очень спокойно, не давая длительных диссеминаций, больших диссеминаций на протяжении большого промежутка времени. Ну и в ноябре 2020 года мы видим практически полный регресс новой коронавирусной инфекции, а ее основной процесс сохраняется в прежнем объеме и не прогрессирует. Как я уже говорила, наиболее сложно разобраться было с иммунодефицитными пациентами. Такое тоже очень типичное наблюдение. Молодая женщина 1994 года рождения, 26 лет ей, острый лимфобластный лейкоз с очень сложными этапами развития, несколько трансплантаций, в конце концов, все-таки вполне удачная трансплантация, но осложнившаяся реакция трансплантата против хозяина, сначала острая с поражением кожи и кишечника, потом хроническая с развитием оверлэп-синдрома, гипофункция трансплантата, ну потом ее все-таки восстановление. И посмотрите, какой очень типичный вот такой разнообразнейший набор сапрофитной флоры. Мы здесь видим и ацинетобактер, мы здесь видим и кандиду, и псевдомонас, и видим цитомегаловирусную инфекцию, в том числе инвазивный аспергиллез, то есть очень много всего, с чем рентгенологически, да и клинически разобраться достаточно сложно. Давайте посмотрим ее лучевую историю. Итак, в январе до пандемии мы видим у нее типичные проявления микотического поражения. В основании четвертого сегмента и в субплевральных отделах 10-го сегмента правого легкого мы видим два гематогенных, безусловно, очага, имеющих нечеткие неровные контуры, то есть симптом лучистости. Мы видим неправильные формы, вот такой распад асимметричный в наиболее крупном из очагов, то есть типичные проявления инвазивного микоза, который был подтвержден. Что мы видим в момент пандемии? Нужно сказать, что эти пациенты оставались в наших клиниках, естественно, от них не могли отказаться, и наравне с госпиталем, который лечил новую коронавирусную инфекцию, продолжали работать другие отделения стационара. Мы видим в момент пандемии, что у нее появляется участок уплотнения, консолидация, с уменьшением объема, с расширением просвета бронхов, который имеет внесегментарное расположение в верхней доле левого легкого. Кроме того, мы видим участок матового стекла с начинающейся консолидацией, участок консолидации субплевральной и уменьшение объема средней доли правого легкого. Неподтвержденная новая коронавирусная инфекция. Но что мы видим при динамическом наблюдении? Поведение этих участков типичное для новой коронавирусной инфекции. Мы здесь видим с вами симптом тающего сахара. Мы видим, что объем уплотненного участка увеличился, а интенсивность его уменьшилась. То же самое произошло и в средней доле правого легкого. Еще через две недели наступает ухудшение в виде субарахноидального кровоизлияния. Мы с вами помним, что и для коронавирусной инфекции нового типа, и, безусловно, для гематологических процессов характерна системность поражения с поражением разных органов и тканей. И, в общем-то, счастливое, ну, будем надеяться, что завершение этой истории. Мы видим, что пациентка выжила. Мы видим, что расправилась полностью
как верхняя доля, так и средняя доля. Но опять же, вот очень типичные изменения, которые мы наблюдаем сейчас достаточно часто у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, длительная персистенция участка матового стекла. Кстати сказать, патологоанатомы, которые провели исследование пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию и умерших по другим причинам, длительное время видят персистенцию вируса ткани легкого, и мы у пациентов, которые перенесли инфекцию, вот как здесь в марте, в апреле, сейчас, в октябре, в ноябре, в декабре, проводя исследования, видим длительно сохраняющиеся участки матового стекла. Это не фиброз, это, скорее всего, вот такая персистенция вируса. Но у какой-то части пациентов, безусловно, будет определено и формирование фиброзных изменений, учитывая вот тот огромный пул пациентов, которые подверглись этому заболеванию. Ну и, наконец, очень важно поговорить о сочетании COVID-19 с кистозными процессами и процессами, связанными с формированиями эмфиземы. Это, безусловно, и хроническая обструктивная болезнь легких с типичными для нее эмфизематозными изменениями, признаками нарушения проходимости бронхиального дерева с развитием бронхиальной обструкции, которую мы хорошо знаем как формирование воздушных ловушек, проявлениями деформирующего бронхита. Это и облитерирующий бронхиолит. Это и кистозные процессы, такие как лимфангиолиомиоматоз и гистиоцитоз X. И вот мы видим, что такие пациенты, ну, практически за исключением хронической обструктивной болезни легких, не были описаны рентгенологами в первую волну, не были идентифицированы. Но на самом деле таких пациентов не так мало, и мы видим, что наряду с пациентами с хронической обструктивной болезнью легких и более редкие процессы тоже нам встречались. Ну, такая типичная картина сочетания хронической обструктивной болезни легких с COVID-19. Пациент 40-го года рождения, курильщик, имеющий более 50 пачек лет стажа курения. Диагноз хроническая обструктивная болезнь легких у него давно. Идентифицирован вирус, быстрое попадание в стационар, да, болен в течение 5 дней, вот такое быстрое попадание в стационар, оно уже должно заподозрить присутствие коморбидного процесса. Второй повод – это выраженная системность поражения, низкая достаточно сатурация, высокая температура тела, одышка при незначительной физической нагрузке. Что мы у этого пациента на 5-й день заболевания видим? Мы видим, что у него есть очень распространенный процесс, характерный для новой коронавирусной инфекции, фактически субтотальное матовое стекло сверху, снизу доверху, и это субтотальное матовое стекло в основном щадит верхние отделы. Но что мы наблюдаем в верхних отделах? Мы там наблюдаем распространенную центриоцинарную эмфизему, также мы видим проявление эмфиземы в нижних отделах. Она начинает очень своеобразно выглядеть за счет утолщения стенки, появления, да, лжестенки, за счет отека ткани, которая окружает эти эмфизематозные участки. Но нам понятно, что это эмфизема, потому что мы видим внутри перегородки и содержимое. КТ третья, да, степень распространенности патологического процесса, но на самом деле этот пациент крайне тяжел, потому что ресурс легочной ткани у него резко снижен за счет проявления эмфиземы при хронической обструктивной болезни легких. И по идее для того, чтобы такого пациента оценить количественно правильно, мы должны подсчитать, какая часть легкого, какая степень распространенности эмфиземы, сколько осталось живой легочной ткани, да, сколько у него поражено объема легких за счет новой коронавирусной инфекции, суммировать, и останется очень небольшой процент нормальной легочной ткани.
Ну, тут, конечно, хорошо было бы привлечь программы искусственного интеллекта, но мы с вами знаем, что это разные программы обсчета. Пока что нет единой программы, которая бы позволяла одномоментно оценить и то, и другое. Если бы мы провели такие подсчеты, то стало бы понятно, что ресурс легочной ткани у него минимален, и что это крайне тяжелый пациент, что, собственно, и подтвердилось, поскольку пациент погиб. Другие процессы, связанные с повышенной воздушностью легочной ткани, это кистообразование. Тут сложно достаточно бывает сориентироваться, увидев такого пациента первый раз, что это лимфангиолиомиоматоз, или это гистиоцитоз X, или это Хьюго-Дубе, или это вообще проявление фагоматозов какого-то генетического. Женщина, вот такой пример, тоже очень характерный, 65 лет, идентифицированная новая коронавирусная инфекция, она достаточно тяжела, высокая частота дыхания, низкая сатурация. Что мы с вами видим при компьютерно-томографическом исследовании? Да, и что мы должны подумать, с каким процессом она пришла к нам? Понятно, что это исследование, которое выполняется в условиях госпиталя или новой коронавирусной инфекции, или амбулаторной компьютерно-томографической службы. В любом случае это выполняется в условиях таких повышенной инфекционной настороженности, когда сложно провести ангиографическое исследование. Поэтому выполняется нативное исследование. Мы видим множественные кисты. Мы видим, что эти кисты располагаются преимущественно в ядерных отделах. Нам с вами видно хорошо, что они затрагивают реберно-диафрагмальные синусы. Мы видим утолщение плевры и металлические клипсы, которые располагаются в нижних отделах. То есть это состояние после проведения оперативного вмешательства, скорее всего, по поводу пневмоторакса. Да, вот сразу же нам становится понятно, что это процесс, который осложнялся формированием пневмоторакса. Мы видим резкое расширение ствола и правых отделов, ствола легочной артерии правых отделов сердца. И кроме того, нам видно, что у нее удалена почка и надпочечник, то есть выполнена операция, скорее всего, по поводу забрюшинного внеорганного образования. Все это вместе должно нас заставить выдвинуть идею, что это пациент, даже если мы про него ничего не знаем, с проявлениями лимфангиолиомиоматоза, это женщина, но не просто лимфангиолиомиоматоза, а в сочетании с новой коронавирусной инфекцией. Здесь очень сложно, опять же, оценить распространенность процесса, и мы ставим распространенность КТ-2, но, скорее всего, это пациентка, которая будет чувствовать себя на все КТ-4 за счет того, что, опять же, у нее ресурс легочной ткани резко снижен кистообразованием, характерным для лимфангиолиомиоматоза. Завершая свое выступление, хочу сказать, что, безусловно, вот новая коронавирусная инфекция заставила нас еще раз задуматься о том, что мы живем в век поликоморбидности, когда у одного и того же пациента мы можем видеть несколько разных процессов, и лучевая диагностика, как бы это сложно ни было, позволяет проанализировать эту ситуацию и предположить, с какими типами диссеминации в легочной ткани мы сталкиваемся. В ряде случаев это может потребовать выполнения дополнительных исследований, которые мы просто обязаны порекомендовать, и даже если пациент не может это сделать в условиях нового инфекционного стационара, по крайней мере, он будет знать, что это ему рекомендовано, и сделает это в спокойное время после. Тут очень важен рентген-архив, и мы можем его запросить у родственников или у самого пациента. И что самое важное, практически на всех примерах вот таких сочетанных диссеминаций мы с вами убедились, что очень плохо здесь работает система оценки распространенности коронавирусной инфекции, которая ассоциируется со степенью тяжести процесса, а на самом деле она ассоциируется со степенью тяжести процесса хорошо только у здоровых пациентов. И здесь мы обязательно должны делать вот скидку, вернее, не скидку, а наоборот, ориентироваться на то, что такой пациент будет гораздо более тяжелее, чем
обычный человек с сохраненной легочной тканью. Здесь перед нами вот предстает такой сумбур, как на столе у этого средневекового исследователя, доктора, когда нужно думать о многом и знать очень многое, и выделять то необходимое, что понадобится лечащему врачу для дальнейшей тактики лечения этого пациента. Я благодарю вас за внимание, поздравляю с наступающими праздниками, благодарю команду, которая постоянно со мной работает и без которой такого рода доклад, конечно, был бы невозможен. Это глубоко уважаемые мною пульмонологи кафедры пульмонологии клиники интерстициальных и орфанных заболеваний легких, которые возглавляет профессор Белькович Михаил Михайлович. Благодарю вас за внимание, берегите себя, будьте здоровы и всего хорошего вам.